Так, где же спрятаться ходячему бутерброду с кепкой руками и ногами? Где этот бургер с кепкой? Бутеры все знают. Я такое задумал. Я хочу подменить этого зэка. Ваша проблема. Стойте. Ай, за что? Обалдеть, туалетная бумага летать научилась. Бутерброды, это неприкосновенная еда. Ты что? Что за бургеры новые пошли, которые с камеры умеют ставить? Ходячий бутерброд готов. Так, всем привет! Сегодня мы будем играть в прятки блоков. Пират загружает карту, ну давай. Пират, что это за карта вообще? Карта Красти Краб. Так, ну давайте тогда я буду бургером. Или кто еще? Так, искать будет у нас, давайте, пират. Давай, иди. Я буду бургером, у которого есть кепка, руки и ноги. Я... банка, кстати, Кримсон тоже банка. Ты будешь нас искать через 30 секунд, готовься. Так, где же спрятаться ходящему бутерброду с кепкой, руками и ногами? В пушку залить, там пушка где-то была, я разбросала. А, да. Ты хочешь, чтобы я в пушку спрятался и потом прибежал и съел мой бутерброд, да? Кстати, все хорошо так спрятались, и карта очень крутая у тебя тоже. Тут даже целая сфера в одном бутерброде. Так, у вас осталось... Давай, ходячий бутерброд готов. Один, я бегу. Давай, беги к нам. Все без разницы, успели, не успели. Но этот пират уже бежит. Так, давай. Ого, он взял большую пушку. А тут реально никого нет. Как будто ага, мы не такие тупые, что там прятаться. Он прошел внутрь. Так, что тут у нас делает пират? Я какого-то чипа нашел, но он не убивает. Это акаций. Акаций, все, ты проиграл. Все, минус акаций. Давай, что будет дальше делать пират? Так, а тут колба пустая валяется, но никто... Ее отбросили. Кстати, колба, она неплохого качества, потому что я делал очень давно, когда не было шпать. А, колба? Так, в туалете, да, поищи там в одном туалетной бумаге, может шевелиться. Нашел туалетную? Ой, Кримсон бежит. Кримсон из туалета смотался в кухню. Где этот бургер с кепкой? Ой, я кого-то увидел. Кого? Налево, по идее, должны были. Вот ты бургер, ты должен прятаться был на столе. Нет, но... не надо, я хочу жить, пожалуйста. Дай мне последний шанс, я спрячусь. Кстати, Красти Краб, я чтобы никто не убежал. Я бургер, смотри, с кепкой, руками и ногами. Не убивай меня, пожалуйста. Я хочу посмотреть, что ты действительно... Я бургер. Ты бургер? Да, кто я? Вот ты думаешь, что я настолько наивный? Ну, нет, мне просто понравилось, что я выглядел с кепкой. Я бы тогда бы нормально спрятался. Я хочу за тобой ходить, чтобы видеть кого-то. Что мне через камеры плохо видеть. Убивать меня не надо, пожалуйста. Какая камера? Ты чё? Чё за бургеры новые пошли, которые с камеры умеют ставить? Это наши секреты. Так, ты бочки проверь, Сондер в бочках. В одной из этих бочек таится страшно. Сондер. Ой, я даже не заметил. Так, вот тут, по-моему, бочки не было. А ты просто внутрь бочки от третьего лица зайди. А, во, я нашел бочку с Сондером. Она рядом с тобой, прямо ты ее не видишь. Третьего лица, не честно? Честно, тебе можно, чтобы проверить, в какой бочке сидит Сондер. Ладно, нельзя. Ну тогда взорви все эти бочки. Не-не-не. Ау-ау-ау. Бутерброды, это неприкосновенная еда. Ты что? Слушай. Нет. Откройте дверь. Не надо. Я невкусный. Я особый бутерброд с кепкой, говорящий, с руками и ногами. Ты что? Такую эксклюзивность нельзя кушать. Я помню, сколько тут бочек, но где Сондер? Но я знаю, в какой бочке тут Сондер, я его нашел. И ты прям рядом с ним уже 10 раз пробежал, даже не заметил. Сондер, молодец, молодец. Сондер, мне спалить твое местоположение ему? В чате в Робоксе напиши. О нет, он, кажется, уже сам тебя нашел. Здрасте, вы кто такой? Ходячая бочка не может выбежать из дома. Давай зарежь эту бочку. Да что она не режется? Живущая бочка. А, бутерброд зарезать хотят. Давай, догоняй эту бочку. Вон дырка в бочке, давай. Тебе шанс перепрятаться с такой бочкой. У него дырка в бочке, ты чё? Ну ладно. Да чё он не убил? Всё, минус Сондер. Залазь, ты же хотел в бочку спрятаться. Вот, спасибо, ты освободил для меня бочку. Блин, а бутерброд не помню. Ого, бутерброд плюс бочка. А как это? Как я стал? Ой, ладно. А где все остальные? Мне кажется, они даже тут не спрятаны. Я паштета четвёртый. Паштета — это туалетная бумага. Ого, что за туда? Я уже нашел паштета, но ладно, говорить не буду. Какая бумага? А это бумага убежала, которая упала.
честно, должен карабкаться. Ты не сказал. Он сказал, туалетная бумага упала. Он типа намекнул, что это ты. Он летает, туалетная бумага, нифига себе. Обалдеть, туалетная бумага летать научилась. Ух, скажи, что за аномалия? Это баги жизни. Думаешь? Думаю. Бутеры все знают. Открой дверь, пожалуйста, дай мне выйти на... Освободи меня из заточения. Я не хочу у тебя в гостях быть, тут опасно. А, кстати, кого он нашел? Нет, ты не нашел Оливка, и еще ты не нашел Кримсона. Хотя Кримсон там бегал вообще, еще не боялся. Кримсон, ты где? Так, я кого-то нашел, он там за туалетом прячется постоянно. Кого? Это Кримсон. Кримсон, нет, ты сейчас бутерброд зарежешь. Нет, бутерброд убили. За что? Ты вроде Кримсона хотел убить, а не меня. Кримсон, да за что опять? От этого Кримсона очень много проблем, надо его быстрее зарезать. Остался только один, Оливка. Только Оливка остался, и все. А, вот, блин, Оливка Дагумбова спрятался. Это жареная картошка, которая просто взяла и залезла, ладно, не скажу куда. Он очень круто спрятался, я бы его никогда в жизни не нашел. Это самое простое, у всех на виду место, но туда додуматься, спрятаться, и этот пират даже не додумается туда зайти посмотреть. Слушай, ты пират думаешь, что они будут спрятаться? Иди жри свой бутерброд и не говори. Я ничего и не говорил, я не буду кушать самого себя, ты что? Ты мой брат теперь. Блин, крутая картошка фри, реально спряталась, имбов. Где эта картошка? А я не говори, скажу. Где эта картошка? Не надо. За что-то так? Пистолет голове представляет. Эта картошка вон там. Если ты не найдешь эту картошку фри в течение 5 минут, то картошка фри выиграет. Он реально на таком видном месте, и ты его не можешь заметить. У меня еще предмет. Он в видном месте, его в бочке нету. Он не бочка, он еще хуже. Он просто картошка. И даже не такая, которая в пакете, а картошка, которую варят на кухне. В такой посуде, типа, для масла, чтобы в масле жарить посуду. Но он не на кухне, он здесь. Но прямо он здесь, где мы находимся. Картошка в бургер залез? Гениальное место, подлодка. Ты белый, потому что тебя незаметно там под лодкой. Нет, ну вот этот человек, Оливка, очень реально круто спрятался. И он даже себе скин изменил, чтобы показаться как картошка. Возьми, кто тебя там атакует? Я не знаю. Те, кто меня не любит, наверное. Алло, перестаньте атаковать ухо. Перестаньте, это все Кримсон. Его надо наказать. Ай, да я-то опять. Оливка у нас выигрывает в первом раунде пряток, так как он, блин, на самом видном месте спрятался, но очень круто. Короче, Оливка у нас супер-мега-гупер-мега хороший, он выиграл в первом раунде. Ну, сейчас будем второй раунд, поэтому... Это что за летающая лиса, киборг? Стойте. Ай, за что? Идемте все вот сюда, кушаем конфетку и становимся микро-микро-маленькими. А-а-а! Кримсон! Терминатор, конечно. Короче, вы будете сейчас прятаться, а я вас буду искать. А ты будешь прятаться. 5, 4, 3, 2, 1. Я захожу к вам в дом. Ну, уже прошло очень много времени. Нечестно. Ну, ваша проблема. Закрываю дверь. Кто не спрятался, я не виноват. Сейчас закрываю дверь на замок, чтобы никто из вас не выбил. Сейчас ставим лайки, чтобы я их всех нашел за 5 минут. Ладно, я думаю, буду сейчас начинать вас искать. Можно прятаться только в доме, я вам предупреждаю. Так. Все, вы спрятались, да? Все, я вас ищу. Блин, вот эта карта немного сложная. У меня всего есть 20 минут, чтобы вас найти. Ладно, давайте 30. Потому что мне жалко себя. Нет, ну ты нас тоже довольно много искал так. 20. Ну ладно, все, я 20 минут вас ищу. Так, давайте я буду начинать все проверять, а вы... Да блин, я под дому упал уже. Блин, где эти все? Я видел крылья Кримсона, которые просто... Так, кто в компьютере спрятался? О, Парелет, Прулет. Так, холодильник, что тут у нас? Холодильники, никого прям нету. Почему я не могу открыть дверки? Кто-нибудь обязательно спрятался в этих пол. Неужели? Где вы все? Мне кажется, вы все залезли в какую-то нычку, в которую мне не пробраться. Вам можно только в доме прятаться. Ага, вот тут еще в коллизию, да, включили? Так, просто любопытно, где все спрятались. А, понимаю, где вы все? Где?
Что со светом? Ломает. Тут нигде больше нычек нет. Как вот сюда попасть? Блин, я хочу дальше пройти. Что со светом в доме? Слышите вы там? Вы вообще читерско делаете код, пират. Это вообще несправедливо. Вы берете себя блоками, застраиваете подземелье. Я себя не застраиваю вообще-то. Тут такая нычка. Вот, смотри, она без колес. А вот код вообще хакерит, как хакер. Нет, была такая нычка. Ну все, вам всем хана. Одного нашел. Значки показать, дай мне перевернуть. Эти двое спрятались просто вот тут под землей. Я вас нашел. Нет, ну я говорил, прячьтесь только в доме, а вы взяли и под дом залезли. Это дом. Какой дом? Это дырка какая-то. Это подвал. Это не подвал, тем более. Тут слишком тесно, даже мышка не поместит. Только все, я предупреждал, не будьте только в доме. Под дом никуда там не залезайте. Нет, я вас предупреждал, все, хватит. Я предупреждал. Да может я вас нашел. Я знаю, что в туалете можно. Куда идти бой? Ты где? А, мне кажется, меня отвлекаешь. Пока ты мне показываешь что-то, какую-то нычку, я не могу найти остальных. Нет, вот зайди в дверь. О, Сондер, привет. Пока. Сондер, открой дверь, так нечестно. Я тебя нашел. Все, Сондер, выходи. Смирись со своим поражением. Я тебя нашел. Да я тебя нашел. Он какую-то дырку залез. Сондер найден. Ой, а чей это я там ноги видел? Я там какие-то ноги видел. Шейнинг. И на потолке. Смотри по шкафам. По шкафам. Просто куба какая-то. Хотя, мне кажется, я там вижу одного представителя. Даже двоих. Вот, блин. В шкаф просто взяли, залезли. Ну, все. Так. Крипсон, давай, ты где? Куда этот? Он выжить должен, я на оливку. Так, осталась только оливка у нас снова. О, печку. Да. Стоп, что? Я залез в печку, где угольки, какую-то дырку и пролез в подвал? Чё, реально? А как наверх забраться, наверх? Там просто наверху наверх... Сондер был. Вот в трубу идёшь, потом прыгаешь вот. И как там мне так высоко прыгнуть? Там какой-то чел, по-моему, на чердак попал. Там можно допрыгнуть, если правильный раз. С этой решетки вот сюда за. Так, сейчас ну, я вот, сам. Всё, я залез там, сюда. А как да. Дальше пройти? Что? Вон кто туда. Это кто ее залепил? Да я точно. А, это там Сондер. Он залепил. Я же предупреждал, блоки нельзя ставить. Вообще уже чуть-чуть. Вот эту стенку убери, пожалуйста, там тоже еще один топ. Все, я его нашел, оливку я нашел, вон он там был. Так, я, значит, говорил 10 раз, что нельзя ставить блоки, а они все ставят блоки и прячутся еще наверху дома. Нормально. Нет, ну домик реально классный, он мне понравился. Так, ну значит, я всех нашел, но пират, ну да, ты, значит, честно спрятался. Но я тебя тоже нашел, поэтому я тебя и поймал. Так. Получается, по вторым итогам победил я вроде. Ну я вас искал, нашел. Там БелАЗ угоняют, алло, лови. Где БелАЗ угоняют? БелАЗ. Сейчас я этих нарушителей поймаю. Натикнут свитки навсегда. Так, ладно, давайте загружать третью карту. В первый раз у нас победил тот, кто прятался, а то есть оливка. Во второй раз победил я тот, кто искал. А в третий раз сейчас мы посмотрим, кто выиграет. Ну и конечно не забываем ставить лайки и подписываться на канал. О, мы будем прятаться в парке аттракционов. Это круто. Парк аттракционов. О, нет, тут два лиса собрать. Так, ладно. В парке аттракционов сейчас будем прятаться кто где. Акации, ты как автор карты будешь искать всех нас. Давай, иди в какую-то комнатку, а мы будем прятаться. Так, надо выбрать блок. Можно было бы лисом стать, хотя им нигде не замаскируешь. О, один листвой хочет дерево стать. А, стоп, я хочу подменить этого зэка. Я такое задумал. А, это да. Что меня с тобой... Так, мне нужно... Так. Блин, мне нужно убить его, чтобы стать... Ха-ха-ха-ха. Карта большая, становитесь теми, кем хотите, но я знаю, кем я буду. Я нашел лучший объект на этой карте, которым я стану. Я стану настолько маскировочным, что меня никто не найдет. Прям вообще. Они сломались. Они ничего себе, зэк будет толстым. Потолстел, ничего страшного. Так, ничего ж такого. Ничего ж такого, что зэк станет немного толще. Подумаешь, немного покушал. То не заметь. Так, того зэка, который стоял тут, я уже подменил. Я его на лет делать его растолстение. Более, полагаю, никто ничего не заподозрит. Толстый зэк станет вот так. Типа ничего не поменялось. Осталось только сам штабировать. Да. Блин, как бы автор карты не увидел, что его зэк немного вырос. Я спрятался. Так, ну как там у вас дела?
Кто как спрятался? Все спрятались. Я настолько круто давайте спрятался. Через полминуты давайте будешь начинать нас искать. Блин, как он это не заметил. Такой большой блок тут. Ладно, да, давай. Так, ну что, готов нас искать? Я боюсь, что ты меня найдешь в первые секунды. 16, 38. А, бери оружие. У меня самое креативное место, где прятать. Ну что, готов? Где? Да. Где ты? А, вон ты. Так, ну кто где спрятался у нас? Я хочу посмотреть. Ну, да, один... один в мусорку залез. Ой-ой-ой, там кого-то в мусор нашли. Что это за мусор подозрительный? Я думаю, меня бы не нашли. Да что? Он и так к сам мусорке подбежал. Ладно, теперь я буду молчать. Не, ну реально он сам к мусорке подошел, потом... Так, он продолжает искать дальше. Блин, какой же я беспалевный, реально. Перед носом у всех стою, и меня никто не подозревает. Ага, я нашел. В кабинке там у нас стоит Чил, но его там не было. Ой, капитана ловят. Пират, все, ты проиграл, ресетайся. Это же Оливка, ты его уже поймал. Хватит на петухов охотиться. Петух, беги, тебя сейчас суп сварят. Давай, ищи дальше, кого найдешь. Блин, какой же я беспалевный, реально. Пират, если узнаешь, где я нахожусь, то не говори. И вот этот петух отошел от моего мира. Пират, уйди отсюда. Пират, отойди. Пират, так нечестно. Да я так беспалевно спрятался. Нет, это все пират сделал. Все из-за пирата опять. Зачем ты спалил, где я находился? Взял и показал ему, так бы я бы дальше бы сидел бы как зэк. Это да. Нет, ну ты же там прям рядом со мной стоял и намекал, что я этот зэк. И все, и он меня так нашел, так нечестно. Ну я сказал отойди, потому что ты взял и стоял рядом со мной, и ты меня просто взял и палил. Он понял, что ты где-то там. Не надо было тогда ко мне подходить. Ого, блин, эти лисы реально круто спрятались. Они даже в чате пишут. Они X-Ray стенку сделали. Эти лисы, они застроили себя листвой. Нет, там никого нету. Но это сейчас не из-за меня все. Я не виноват. Казалось, да? Минус Кримсон. Ой, да, Кримсон это или Сондер? Все, Кримсона нашли. Вот же. А, ладно, наблюдаем. Уже закончил? Нет. А, ты еще живой, что ли? Меня еще не нашли. Так, осталось только Кот и Сондер. Кримсон опять нашли, а Кримсон опять убегает. Третий раз. А кто ищет? Кто ищет? Кто ищет? Акации. Так, у меня есть идея, кем можно опять стать. Нет, уже будет так, так. Сондер тоже так спрятал. Мне просто нужно прозрачность на 100%. Так, все, я спрятался, можешь меня продолжать искать, кстати. О, на этот раз я еще круче спрятался. Тебя зэгом было лучше. Так, ты нашел Сондера и Кота? И, кстати, я тоже этот перепрятался уже, можешь меня продолжить. Я хочу поставить камеру, чтобы смотреть, где вы, но когда я поставлю кнопку, вы узнаете, где я нахожусь. Так, что тут у нас? Вот же Сондер бегает. Никто это. Его же и так нашли. Так, осталось только, получается, тогда Кот и... Да. И потом покажете, где вы спрятались, потому что если слишком читерские места, так тоже. Например, вон под нижнюю часть вот этого парка аттракционов. Зачем ты деревья поджигаешь? Как-то они слишком круто спрятались. Я знаю. А, Сондер, так нельзя прятаться, Сондер. А, тебя и так уже нашли, ладно. Я же говорил, не надо залезать под это, под нижнюю часть парка аттракционов или... Ну, что ты сделал? Тут так, вот же вход. Так ты вот взял и выбил этот блок. Тут вход. Нет, тут был вход, Акаций. Акаций, заново загрузи карту, и тогда мы узнаем, там был вход или нет. Я знаю, нет, не загружай. Загружай. Если там не было этого входа, то значит, он сломал эту карту. Ну, входа там не было, значит, Сондер все-таки читерил. Ну, тебя и так нашли. А, кстати, ты меня так и не нашел, Акаций. И у тебя осталось 3 минуты. Ай, кто? А где ты меня нашел? Там внизу, что ли? Нет, я не там. А, я понял, когда я на кнопку нажал, у меня масло сломалось. Я в другом месте был, я наверху. Смотри, я тебе покажу, где я был. Идем. Я не внизу был. А ты наверху там? Нет, у меня масло было, но, кажется, когда я включил с помощью кнопки камеру, оно у меня сломалось. Я вот в этом блоке был, смотри, вот. Вот, он был хорошо спрятан. Ну ладно, пусть я проиграю. Осталось тогда только Кот. А вот эту стенку-ка сломай. Кто тут нет? Кот, где ты спрятался? Мне в личку напиши. Я не буду спалить, я только посмотрю. Да, у него 1 минута осталась, он так не найдет. Ну, Кот у нас побеждает. Где ты был хотя бы, покажи. Удали карту. И где же ты прятался? Где же был? То ты просто стал частью дерева. Да. Ну... Ну, на этом будем заканчивать наши прятки. Ставим лайки и подписываемся на канал. Всем пока. Thank you.